Телеканал КРТ представляє. Свобода – наша релігія. Эту фразу впервые произнес английский шоумен, убежденный атеист и безбожник Пэт Кондал. Теперь это высшая ценность для украинцев. Да, действительно, они оперируют двумя такими всеми нам известными категориями, понятиями, как Бог, как высшее существо, да, и как свобода. В действительности, свобода – это такое понятие для либеральной буржуазии, которое она демонстрирует как титул вперед, типа вот у нас здесь свобода, при этом там в социалистических обществах, в обществах, которые исповедуют традиционные ценности, там типа не свобода. Однако свобода, которую выбирают либералы, она очень специфическая. Она касается только определенных личностных извращений. Да, ты можешь там жениться на мужике, жениться на стуле, да, там и прочие-прочие вещи. Там шагать на гей-парадах с радужными флагами. Однако, не дай бог, ты при демократии усомнишься в демократичности демократии, тебя запакуют, и ты поедешь на Кубу в Гуантанамо сидеть без приговора суда. И прочими. Зачем это делается? Когда тебя окружают буржуазные институты, которые выдавливают тебя из тебя последнюю каплю, у тебя все в кредит, ты не можешь ни учиться, ни лечиться, тебе за все надо платить деньги, у тебя вокруг ипотека, тебе сокращают трудовое законодательство, тебя могут вот так вот уволить, женщинам не платят декретные деньги, да? Тогда тебе говорят, ну, вот ты живешь в этих оковах, ну, у тебя же есть свобода, ты можешь пошагать на гей-параде, поставить белого на колени, чтобы он тебе ногу поцеловал, и дальше пойдешь опять жить в свой трейлер в нищете. А при чем здесь Бог? Очень просто. Вопросы религии – это всегда такой вот тотальный триггер, да, чтобы разбудить противостояние в стране. И противопоставить, что вот мы украинцы, с нами Бог, да, вот какой-то наш специфический украинский Бог, нам его в Томосе прописали, нам его Филарет как бы здесь пропагандировал до этого, но сейчас его чуть отодвинули от пропаганды. Mm-hmm. А в России как бы все, вот то, понимаете, это область сатаны, там сатана живет, вот, и вот этот вот сатана пришел на Украину и начал отбирать фабрики, отжимать заводы Порошенко в Крыму и прочее.